Так, Эверик, ты меня накинул? Не, я не Оу, накидал. щит, надо звук включить. Точно. Так, есть такое. Отсепт. Ну что, жмякай. О нет, это оно и на SD не сохранило. Бля, надо настроить. Ну, вроде сейчас нормально было. Ну, керов. Один у нас замес будет, и все. Не понял. Ну, последний. Ну, второй. Ну. Да. Но мы один я раз. Потом она... И пару миссий. Угу. Ок, до хрена народу. Ну, такая, как ты хотел, конечно. Нет, тут еще не вижу. Тебе походу не раз навозили, что? Да нет, тут патроны есть, все есть. Кто тебя по стволам? Вообще хуйня. Иду на первый. А по этим. Амуниции. Тут первый шлем есть на горе. У меня есть.
Рюкзака там не бачив лишнього? Бачив, на первом этаже, возле лестницы комната. А и тут есть у меня. Я нашел себе рюкзак. Тут есть винчи. О. Это на каком? На балконе. Этаже? А, на третьем. Понял. Надо будет взять пойти. Оп, рядом с нами желтый дом. На 355. Тут прям под домом. Возле нас. Вырубил. Еще один там. Понял. Убегаю к тебе лечиться. Понял. Сейчас буду ресать. Кого? Вы вырубаете. Или меня вырубили. Я что, вырубил кого-то? Нет. Тут он сразу возле забора. Тихо. Граната у тебя. Чуть-чуть накидал. Убил. Девятки есть, Игорек? А, 11 штук. Бля, понял. А где ты говорил винчестер? Вот тут сразу. О, есть обойма цела. Сбросай по себе. А, на балконе? Прицел тебе надо? Девятки, мне девятки нужны, Игорек. А, девятки? 45 да, штук. О, отдашь мне у тебя или они тебе нужны? Да дам. Тебе еще что-то надо? Девятки такое все. Шикарно. Под винчестер нахочу. Я пока полечусь. Оп. Можем лотануть пойти этих типуль. Ну, вроде никого. Реально можно пойти могу... лутануть. Нужно кому-то одному спускаться. А пошли вдвоем, пусть мы. Тут под забором оба они. Так, этого граната, скар есть. Бля, возьму скар, наверное. Игорек, не сиди так. Рядом со мной не сиди, не пали меня. А СКС. Хочешь, бери СКС. И... мне не надо. Не хочу, если надо. Перебери, я побежал второго, посмотрю. Аптечки, коллиматор, ебать, третий броник. Ой, у него шлем. Коряк, Игорёк, я беру коряк. Угу, что-то осталось? Я могу взять. Сейчас. А у тебя прицелов нету? Тут есть этот, скар. Я скар тебе отдаю, Игорёк. Ростки, у тебя прицелов никаких? Сейчас. У меня X2 и климатор. X2, если дашь, будет отлично. На коряк. И подымешься сюда ко мне, сразу в этот дом. Я тебе аптечек выдам. Открывай. У тебя нету на ПП большой обоймы? Держи. Так. X2 сбрасываю тебе. Угу. Я тут скинул вон еще всякого. Дальше.
в этих ангарах война была. Подальше. Хер его знает, где она была. Вроде в домах даже стреляли. Вот этих многоэтажках наших, понял? Что, пройдемся к этим ангарам, которые рядом с нами. Иду. Мне нужно обойма. Блять, да выход. Ебаный выход. Да, пролутано все тут. Вот это тут война была. Или наверху, или вот тут внизу. Войны не было. Война дальше была, я же говорю, возле домов где-то стреляли. Оу! Охуенно, нашел обойму. Твой ангар не улыбен. Ну, зашибись. Видишь, я же говорю, где-то возле дома стрельба. Второй рюкзак впереди. Второй броник передо мной. Да, да, да. Тоже есть. На горе стрельба здесь, да? Нет, нет, нет. От домов, я же говорю, вышка. Ну, не вышка, а этот дом с этим. С билбордом, там где-то война. В том направлении. Есть что-то? А-а. У тебя ничего? Первый броник и все. Зоне, пошли в зону. А тут есть ангар, короче, рядом с нами. Меточку поставь. Не, вот стрельба сейчас, я же говорю, вот идет вот тут. Там? Угу. Пойдем в зону, из дома. А в зону, в зону пойдем. Сейчас станем в зоне, постоим, посмотрим. Че да как. О, да тут патронов на М-ку, блин, я говна. Ну, видишь. Отлично. У меня на М-ку хватает патронов. Распалось. О, уже близко. Пробуем какую стройку занять. Не-не-не. Вот тут чуваки, прям перед нами, через дорогу. На второй захожу. Блять, сука. Зря спалился, бля. Очень зря. Куда вы конкретно? Через дорогу. Дома. На втором, на первом? На втором один был. Желтый, синий. Вырубил. Правее, левее синего, понял? Между домами крыша. Ты на крыше? У меня чувак. Убил. У меня вы два сдохли теперь? Да, я двоих убил. Блять. Дай девяток, сука. Темочные патроны и калашовские есть. Бафы на все есть, я говорю. Иду, блин, я просто. Вот это. Я на нем прыгаю. Я в дом зайду. Ой, X2. Лечусь.
Рога лутать будем? Опасно, наверное. Нам до зоны далеко. Наверху. Сзади перестрелка. За синим домом где-то. Через дорогу, понял? Значит, наверху. Не-не-не-не-не, близко. Стреляли довольно близко. Так, нам в зону далеко, да? Ох, да. Ебать. Надо идти. Нужно найти тачку быстренько. Лутать мышь, типа, чтобы аптечку. Да, надо посмотреть, да-да-да-да. Надо пойти. По медицине много. Аккуратно, сейчас мы пройдем. Попробуем. Есть? Один энергетик и 5 бинтов. Тут есть ВВС. Я беру себе патроны, ВВС. Патроны мне, если можешь, возьми. Тут до хера их. Бери, бери. Мне очень надо на эту УЗИшку. Позабрасываю все лично. Хилки и патроны, это все, что нам надо. Побежали, зона пошла. Угу. Направо. Говна. Это хорошо, но... Надо на дорогу выйти, не буду скачать. Да, мы найдем. Я думаю, мы добежим даже. Да? Я тебе забустаюсь. Конечно. Обязательно. Обязательно. Блять, красная зона. Не сбить, блин, я не понимаю, где тут, блин. Давай, 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 давай. Стой, поехали. Бля, тут такие каналы. Я опять красный. Левее бери, левее, левее, левее. Едь под этой горой, левее бери, левее. И говорю, подъезжай, левее, да. Ух. Ехать направо уже, да? Да, вот чуть-чуть правее. Нет, да. Да. Что у меня? Справа стреляю. Все, я направо поворачиваю. Здесь, а под камни вот сюда левее. Заедь в зону и левее поднимись. Вот тут он нас тормозит. Одна аптечка хаваю. Я тебя там не дал. Уже под себя скинул. У тебя есть какие-то пусты? Один энергетик.
Понятно. Хуёво. О, блин, красная зона. Где? О, пропала. Кажу, красная зона. Я не видел. А, патронов тебе цепать надо, да? Ну да, желательно. Так, сбрасываюсь. Ох, ебать, вообще огонь. 30 секунд. Быстро подчасываем. 108 тут осталось. Домики посмотрели, ничего нету, поехали отсюда. Вот тут на 9. Скар, все, валим. Прыгай в тачку. Последнюю зону заехать, а там уже пешки бегать. Да, да. Один раз падал, позже быстрее падает. Ну да. Независимо от того. Да, вообще. Если тебя тут нокнули один раз, то уже в следующий раз тебя быстрее улетает вот это вот время поднятия. Ох, вот эти как погано тут зона. Да, нормально. Сзади стреляет. Справа. Бля, ты чувак прям перед нами. Да что это такое? Это я тебе. Ты как раз напротив выпрыгнул в него. О, жестко. Я еще думал, как я тебе так... спину. Ладно, бывает. Там просто справа еще чувак был. Эх, ну ничего. Ты, получается, между нами выпрыгнул. Ну, я выпрыгнул его пострелять, и тут меня просто... Я даже не успел нажать, короче, зажать, понял? Я ж зажал цей стрельбу со скара, с самого начала, еще на машине. Я еще думаю, огонь по своим написал, думаю, что за пиздец? Я вроде бы тебе не попал, думал, тебя за машина сбила, понял? Да ладно, хрен с ним. Я ж с машины не слазил, продолжал сверху стрелять. Не, ну вначале мы неплохо повоевали. Прям вообще мне понравилось в этом городе. Мне УЗИшка так понравилась. Просто вообще. Такая скорострельная зараза. Ей если дать коллиматор, это будет ультимативное оружие ближнего боя. Надо Ленчика дождаться. Да? Да, он там должен быть уже скоро. Надеюсь. Он же ж типа видюху еще одну приобрел. С родителем, наверное, его поставил. Лагать начало, ну прям вообще как-то приятно стало сейчас. Сука, как мы на этих чуваков? Я еще думал раньше выйти, понял, мы же были возле круга. Выйти вот там вот низинки, там была низинка перед этими чуваками. Типа там потусоваться. Блядь. Решил объехать, короче, с другой стороны, понял, круга заехать. Оказалось, зря это сделал. Да, ну бывает, наверное, попали на тепло. Обычно, когда я бачу тепло, я стараюсь задавить. Ну, я что-то не среагировал, наверное.
Тем более в упор было. Да. Тем более чуваки еще такие косые. Сука, не попасть в баги, бля, это... летят. Ну что такое? Почему? Что это за пиздец? Он винчик есть. Не-не, у меня есть винчик. У нас есть кто-то? Дома бежит. Убил. У нас может есть тоже. Опа, нам, по нам, по нам, зайди. Возможно, есть, Игорек, я не уверен, но возможно есть чуваки уже. Я не знаю. Оп, по тебе? Не знаю. По тебе вроде бы. Да не, я в здании. Да-да-да, стрельнули только что. Я услышал. А каким образом? Может, через стены? С домов. Вроде бы с домов. Вот тут прострел. Да нет, нету прострела. Не знаю. Дома прострела. О, разбили окно. Через дорогу желтые дома вот эти, понял? На крыше. Соседнего здания под билбордом на крыше, чувак. Бачу. То есть подбили до нас? Или нет? Да нет, вроде никого. Да, есть. Под нашим этим. Угу. Есть. Попал чуваки. Два раза. Есть чуваки, Игорь, готовься. Они... О, бля. Вырубил он сектора. Он разряжается и пехота. Где он, наверху, внизу? Ось он внизу, он еще подо мной. Боже, кошмар. Это с чего он меня вырубил? 416-е. Вот это да. Ну я плохо пострелял. Ну у меня ни шлема, ничего не было. У меня две пули залетело, я сразу стрелял. Я понял. Бывает, что не повезло. Я не успел занять позицию, я как раз таки подошел, он уже вылез. Угу. Зря, на лестнице плохая позиция. Вот особенно там, где ты стоял, понял? Стоять надо сверху, вот где я стоял, Игорек. Когда чуваки поднимаются, им трудно туда попасть, где именно. Вот стоишь наверху, понял, а вот это или на самой лестнице, не на центре ее. Между подъемом и спуском. А сверху. На этаже. Вот там вот принимать намного легче. Не становись никогда вот в этом пролете. Ок. Ну, там вот иногда можно нормально. Не-не-не, Игорек, там очень плохо. Там у тебя нету преимущества, получается. Там уже твой чисто на скилле. Кто побеждает. Точнее, скилл побеждает. Ну там можно чуть сбоку стать. Не-не-не, ну, там херово, я еще раз тебе говорю. Становишься вот здесь вот на этаже и смотришь вниз, прямо на лестницу. Ну ты уже был на этаже и добавил. Ну да, у меня тоже не было броника, чуваки были где-то 416, у меня в комнате был вот там. Забей. Там намного удобнее, поверь. Ну и я плохо пострелял. Я попал. У меня М-ка была, я начал разрезать. Я понял.
очень много складов начал падать. Ну, слушай, и слева. Падают на ангары. На наши, да? На, не, на ангары падают. Впереди на 250 двое падают. Нихуя нету, блядь. Охуенно. Ух, пистоль. Короче, упали, знаешь, где чуваки? Через дорогу в желтых домах. Вот тут перед нами. Прям перед нами? Ну, через дорогу, понял? Я видел одного там точно. Ура. И? Я перезаряжал я. Бля, я на второй этаж пойду. Второй шлем на этом, на третьем. Хорошо. В конце, направо. Да, у меня до сих пор пистолет. Второй полностью пролут. Ну вот сейчас долутываю. Блин, ствол не шел. Винчик лежит внизу. Не, Эмочка, пойду за шлемом. А где второй шлем? Справа. Кинси направо. Нашел? Нет. Долблюсь в глаза, наверное. А, вижу. Я долбился, действительно. Такая тишина, все лутаются, офигеть. У меня одна обойма такая. На эмочку. Где же второй рюкзак у нас? Есть X2 и голограф. Мне нужен... Блядь, мне нужно второе оружие. Винчестер, ты говорил, тут где-то? Да, на первом этаже. И на него есть эти обоймы специально. О, приятно. А где? Я не вижу. Обойма у меня на первом этаже, в кинце налево. Ну, в кінці десь посередині можна. Бля, груз прямо возле нас. Пошли груз плутанем. Ебать, вот это так. Смотри, аккуратно, тут могут быть типы. Закрыто все.
Давай я. Прикрой. Ох, ёбаный, гроза. Уберу. Все, я ушел. Так. Надо за... Я на второй залезу. У меня X15 есть, если надо. Да, он попался. Вместе с этим. Осталось только этот стол найти. Точно. Ой, я себе ямочку возьму сейчас. Ихрей. Ебать, коряк. Привет. И X15, да, у тебя? Да. Что ты выкидываешь? Ничего. А, эмочку выкинул. А патроны у тебя семерочки? Пятерки, 30 штук выкинул тоже. И 6 надо? Нет, мне надо. Приколов. Да, мне из приколов надо дульный тормоз и обойма. На R. Обойма. Давай. SR? Нет, SR. А, нет. Надо? AR, AR надо, AR. А вот этот патрон так надо. Какой броник? Пошли в соседний ангар, сходим. То есть может уже до луташки будет еще. Ну да. О, семерочка. Семерка. Привет. Второй шлем. У меня тоже шлем. Минька. Бери. Так, у меня М-ка есть. Снайперку не хочешь. Оп. Вот тут уже кто-то. О, он вся М-ка получше. 316. Ну, хорошо. Пусти-ка пустыми. Я в дома. Ближайшие. Где-то манал тут сейчас шастает сам. Тут семерка есть. Разбросы не по всем этажам. А что это они так? Ну, я трохи взял и потом думал, нахер они мне надо. Ага, понял. Обойму надо на эмочку. Ну, на... Какой-то автомат. А какая туда обойма идёт? Аэровская. Тачка у нас прям пит этим. Mm-hmm. В зоне нам, в общем-то, дергаться пока не стоит. Честно говоря. Ну дом не очень, сюда хорошо гранат прилетает. Да. Компенсатор на М-ку надо, надо пламя гасить, что-то. Да, надо, короче, бафы разные. Этот X15, конечно, пиздец как приближает.
Не можно регулировать? Да. Какие-то... какие-то тапки с воздушным этим нажатием. И когда топаешь, она так пс-пс-пс делает. У меня хип-хоп, типа. Делает, наверное, X80 с 15-го, понял? Оп, наверху. Слепуха где-то была. В ангаре, возможно. Я такого не чую. Только чтоб женькнула эта граната. Угу. О, уже близко. Вот они тут, возле забора от ангара. Подбегают. Соседний дом. Игорёк, они тут. В моем? В нашем. О, блядь. Уже тут. Забегают. На лестнице, Игорёк, у нас. Помогает только. Одного убил. Ой, блядь, Игорёк, ну ёб твою мать, ну! Ух, давай, поднимай. Ты вот это как-то протормозил в этот момент. Ну... Протормозил, я же говорю. Тут на СР цель, ложка. Броник нужен. Компенсатор броник. Или пламенеситель? Лучше. Блять. Чё оно мне это? Ну, они нихера не принесли. Идары. Ну, патроны принесли. А где ж бафы? А чё я? У тебя есть пламенеситель? Да. Дай мне, пожалуйста. На тебе компенсатор. Выкину. Я что-то не могу понять. Пуля он на грозу не ставится. Может там СР ставится? Не знаю. Блять, медицины ноль. У меня есть, я тебе могу дать. Не, ну у них типа ноль. На тебе аптечку. Я скинул вот на себе там в комнате. Угу. Мне больно, но ничего. Повыбивали нам видно. А это похуй. Ты наушные на подходе, их вообще не бачит, где он подлазит. Блять, броников нет, пиздец. Там есть один побитый? Да. Толку. У меня тоже он на 18 третий, но как бы... А, там на этот... Второй. Они в зоне, пошли. Через нашу стройку пройдем. Пошли вниз. Ты разбитый? Да. Пробежимся через нашу стройку. Там я видел вроде второй броник есть на первом этаже. Если я не ошибаюсь. Ну я сейчас может забрал не знаю. Есть первый. Так не хочется.
А надо. Что делать, да? Вроде первый. Давай. Дома? Ну а куда? Правый или левый? Первый, который перед нами. Машина справа едет. С горы. Уехал. Дом открытый. Может быть кипирный. Да-да. Знаю. Закрыл. Бля, ну вот ты палишь. Я, если они слышали, то уже слышали. Да там у нас что-то я кто-то. Капец, оно хлопает. Тун-тун-тун-тун-тун. Вот это, конечно. Зона идет. Так. Зона горовца. О, мы возле зоны. Вообще близко, да. Обойму, если увидишь, тоже говори. Яка обойма тут? А. Ну на Р-ку обойму. Там бы гору заменить. Можно. И это. Пошли потихоньку. Через дорогу перебежим. А этот не лутан. Да, не лутан вообще. Тут можно и найти обойму. Угу. Сразу на третий. Давай. На горе. Внимание, хрен. Пиздец. Двухэтажный ты заглядывай, да? Тридцать секунд. Да, надо идти. Через пожарку ты, да? Да, а что бы нет. Тут есть тачка, даже есть ключи. Быстро. А мне даже такого пили. И ложка мне помешала. Зона пошла. Но занимать места. Давай. Мы сейчас с города последний выживший будет лезть.
прилетел самолет. Это в городе последний вообще? Нет, нет, это не в городе, это на 140 стреляли. Надо бежать. Нам разгадают, надо на 140. Пойдем. Вперед. Я планирую правее обойти. Вот так вот, а за этим. Понял, да? Туда поделюсь, чем нема там никого в бараках. Какие бараки? Справа. Маникол. Вроде никого. Ну так, я посмотрел, вроде пока никого. Патами не пистолки. Тут низинкой надо идти. Я в зоне. Смотри сзади, где зона сходится. Назад посматривай. Плохая зона, блядь. Нам надо будет сбивать по этой горе. Спереди. Давай к камням подойдем. Камней там война была. За камнями, да? За горой. Тут у нас на аре. На камнях. Груз внизу. Убил. Есть еще один. Гранат нет. Спускаться надо, Игорек. Пошли спускаться. Направо пошли. Игорек, иди ко мне, пожалуйста. Блять, ну ебаный брит. Иду, так а ты же сказал спускаться. Ну тоже чувак. Ты хоть... Хотел, чтобы ты меня прикрыл. А мне где спуститься? Или мы, да, в жопу тут? Есть, есть. Вот тут труп этого типа, которого я убил.
Вторяк есть. Вижу его. Внизу. Прям под нами. По мне, Игорек. Спускаемся. Зона. Да, зона и по мне еще. О, пизда мне. Нет, я еще живу. Ну, мне тудрично пизда. Сори. Я так само сдал. Это дебильно гаразное, нельзя злист. Я ж спитал, тут злисты можно? Можно, но зона просто поджимала. Ну и по нам стрелять начали. Лучше бы мы спустились нормально. Может быть. Я не знаю. Не буду спорить. Было глупо, не буду спорить, не буду спорить, Игорек. Вообще не отрицаю. Тут даже с тобой спорить не буду. Я до типа даже не полез бы, если там нема як злізти. Толку, ты его убив и все, блядь. Ну я думал тебе он там. Я думал он там. Понимаешь? Прыгнул, хильнул и ушел. Потому что он за зоной пошел сразу. А не мы как обычно. Мы не в зоне и стреляем. Да, не подходишь. Возможно, действительно. Зря это. Нет. Да, надо занимать позиции, когда стрелять. Главное правило этой игры, конечно. Я хотел уже, я уже под краем, подползаю, кажется, бежит. Да, тут мой правил. Ты же сам вчера валал. Я говорю, мой правил, говорю, я же тебя еще переспросил, есть ли там где спуститься? Не, ну тут скорее всего было, просто надо было найти, надо было налево пойти, а зона нас поджимала. Да, зона, где на самом открытом месте для типов с них. Не подходит. Да, был косяк, говорю, сори. Там можно действительно было легко спуститься, постреляться аккуратно. Мы залутаны, охуенно. Можно было спуститься. Есть. Прыгаем. Открывать сразу? Не. По максимуму ну, летим, здесь... да и все. Мы на школу долетаем максимум. Да, не долетаем, мы там отложим, скорее всего. Ну, больше квадрата чуть-чуть. Ну, нормально. Я думаю, долетим. Ну, добежим, если что. И ну, хочешь, давай откроемся сейчас. Давай. Чтобы долететь уж наверняка. Сзади нас приземлилась в домика. Пола пуста, может на школу сначала? Давай на школу. Бо в домах лучше базироваться, чем в школе. Спортзал, бассейн. Угу.
Нашел что-то там? Нашел? Темочку. Ох, блядь. Слушайте, ничего. Торможливый. В школу. Давай. Планы в зоне позволят нам сейчас полутать. Первую половину с этим залом, которая. И второй также. Прошу не лутал? Сейчас лутаю. Мало лута. Да, лута действительно немного. Может, в этот? А, надо в дома идти. Пролутал свою часть. Каски под мной пусть пролутал. Так, если будет тачка, надо сразу подогнать к дому. Бач. У нас нема тачки. Ну не в этой не в зоне. Какие дробовики, блядь, что это задало. Идем. Я уже в домах. Пролутав двухэтажку без крыши в школу. Бегу, те, что без крыши крайне. Красный дом ты имеешь в виду? Ну да, красный дом. Понял. Ну я дверь оставил открыть. Вот это зря. Центральную двухэтажку ближнюю к школе. Да. Блин, я думаю, что пунктик лучше, чем ДП. Ну, смотря в каких ситуациях, опять-таки. Ну, так как я стреляю, мне по-любому лучше. Тем более, что есть еще и лучше, чем... Капец.
быстро, придется даже через окно выходить. Да, выходи. Второй броник, если найдешь, скажешь. Угу. Похожу через окно. Нет, угу. Баги есть. Баги есть. Значит, можно долутывать их. Поэтому заберу. Я подъезжаю. Да. Жуконь. Самую высокую трехэтажку иду. X2 есть. У меня X4. Понял. Хоть не на умпике? Нет, на 416. Ага. Ну, пики его на чертушку. Что возле нас? Второй броник у меня на третьем этаже. Отлично. Чуешь? Да-да. Я услышал. Второй броник на третьем этаже, запомнил. Осталось из домов. Трехэтажка с крышей. Не лутана. Не самая высокая, а вот эта вот боковая. Ты два центральных лутнул? Нет, вот центральный не лутал. Второй броник нашел. Я тебе оставил центральный. Зона идет, уже надо уваливать. Едешь это. Ты ехала. Дача, что ли? В зону. На гору увалили. Угу. Какие рюкзака не отключал? Я только что взял. Ложка нужна? Нет. О, я нашел третий рюкзак. Будем. Ты аптечки якісь взял? Угу. Немного. Бо в мене бусты есть, а аптечек нема. Я б ДП взял бы. Я его выкину в пару домов. Ладно, сколько. Валим. ДП. Прибыли.
бары забили. Да? Да. Ух, блин. Ну, взрывы эти. Красные дома кого-то? Дома, двери закрыты. Пропускаюсь пока. О, 416. Неплохо. Берешь? Конечно. Блин, второй броник. Увеличена обойма. Отлично. Надо? Бери, конечно. Мне вообще бусты нужны на 416-ю все. Нам нужно на пляжу здесь отбыть. Я в самолет летим по центру. Или здесь и сюда. Мы сюда можем поехать, взять катер и оплыть, если сейчас поедем. Видишь? Ну, окей, давай. Вообще нам надо сразу в центр куда-то ехать и там уже сидеть ждать. Ну или на ту сторону попробовать прорваться. Сразу на баге, просто в центр. Зайди, дай мне обойму и поедем. На мосту часто засады? Да, всегда. Или всегда? Всегда. Мы можем по зоне проехать. Потом, по тому правому мосту, понял? Можно попробовать. Давай так, если мы найдем лодку. Берем и едем по мосту через зону. Вроде стоит, да? Вроде да. Да, стоит. Теперь надо сразу открывать. Да-да. Тут может то есть чека есть специально, не сей. По которому можно ехать оплыть. Как оплыть с той стороны. А, не на спину. Я боюсь, что нас расстреляют. Давай вот сюда вот это. Обычно, вон там тачка слева. И на тачке сразу ехать? Не, не к мосту поехали. Быстрее в деревья. Они поехали к мосту прямо. Сколько там по прицелам? 4 есть. Просто я узнаю. Кто вышел у меня. Моток есть на 235. Можем сразу куда-то ехать и в домах засесть здесь. А, тут зона, да, мы в зоне.
И не надо. Они подъехали к домам уже на тачке. На УАЗике. Давай в дома? Или не хочешь? Полутаться можно. Можно. Ты уже в домах. Ну, я тебе еще и сигнал в дома, то я сразу бежу в дома. Не, я говорю, давай не делай так больше, пожалуйста. Ну ты сказал, сказал дома, можно. Они, я не говорил, идем мы в дома прямо сейчас. Вставай такое вытворять. Если будет снайперка, я держу увеличенную обойму на ней. Я назад взяну. Давай, давай. Мне кажется, нам надо вглубь немного пройти. Ты чё? Блин, ну тут так опасно перебегать это вообще. Помнишь эту нашу войну? Короче, домики, видишь, возле воды вот эти вот, самые левые перед мостом. Там есть типы. Там, а, уже нету. Там был у вас, но уже их нема там. Надо валить. Вон бочки. Где? На 125 пробить. Через дорогу. Ага. Там к рюмке бежит или куда? На гору бежит. На 130, на 140, куда? Центр зоны. Близко, далеко? Метров 300. Занимают места просто сразу. Там-то есть самовыйд вышло. Башни хватит самого высокого башни? Она их можно заложить. Что, они там? Нет. Я говорю, меня отлепляют, где они побежали тоже. Так куда мы бежим, это они туда метров 300 в деревах. Ну мы правее возьмем, по кромке зоны. Кто-то разбил. Ой, тут груз прямо перед нами. Ого. Значит, сюда прибежит. Пошли за нём. Там уже воюют за него. Уже там, там есть где груз. Уже чувак возле камня левее груза. А где груз, блядь? Ось. Ага. Вот они левее, левее, левее. Бля, могу стрелять. Сейчас ждем, пока подъедут, короче. Левее груза, понял? Там машина стоит даже. Я там подойду дома, поближе. Да. Я давлюсь на груз. Кто-то едет. На мотику. Понял. Я завис звук. Куда он? У меня тоже. Гору к этим типам поехал. Игрок, я говорю, слутанул. Ой, да блестит еще. М24. Фу, в твою сторону брошу. Минута. Куда увеличено? На обойму идея или сейчас? Да. У меня увеличена обойма быстрого доступа. Я понял. На М-ку? Ой, на снайперку? СР. Офигеть. Круто. Ну я же сказал, что я специально это подержал. Прям вообще круто, Игорёк. Кстати, как? Давай. Просто. Скидывай.
же огонь. Ох, нам до зоны. Далеко, да? Угу. 20 секунд. Отбежать далеко? Я не посмотрел. Да. О, бля. Побежали. Тут десь в кінці гори, тут тупи можуть бути. Ми сюди забігали на гору. Спокійно, легко. Ось мотик стоїть, ось тупи. Стой, дивлюсь на нього. Возле мотика, сліва. Зараз буде стріляти. Готов? Давай, стріляй. Убив. У нього этот камуфляж. Іди бери. Я понял. Зона идет. Может забьем хуй на него? Можно на мотику в зону зайти. Да ну это палево, пиздец. Я в камуфляж, брат, где он здесь? Он как третий шлем на нем. Он, бля, бегу. Сука, да, на мотоке будет ехать, надо будет. Камуфляж взял, да? Да, я взял. Дай. Дай сюда, сюда, сюда. Поехали. Тип? Да, да. Только правее бери. Правее. Блядь, прям в эти логово сейчас едешь. И тут левее, 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 на холм вот этот. Ладно, уже пизда, все. Так, мозги не надо, Игорю. Это полная жопа. Это просто, блядь, нахуй пиздец. Осматривайся хорошо. Отойдем давай. Иди ко мне. Ищите подпустите. Иди ко мне, я говорю. Иду до края. На мосту кто-то есть. Значит. Да, вижу. В начале моста стреляют. Я не бачу никого, у меня кроме дерев мешает. Ага. Ладно. Короче, начало моста. Может, вот там есть чуваки. Давай тебе камуфляж отдам. Давай, если можешь. Сейчас подбежу батарейку. Прошу. Расходимся в разные стороны. Да, 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 да. Вижу, типа. По горе спускается. Двое. 145. Побачив. Ну, вони далеко для мене. Так, да, для мене теж. По них хуже там накидають. Ні, тільки по ним. Блять, в этих машинах взрывы будут пиздец. Угу. В городе война. Тут рядом. Вот на мост посматривать. Я до моста сползаю. Не надо, там конкретно близко будут чуваки.
под мостом. Убил. Пиздец, это М24, конечно, лютая. Прям под мостом, чувак, я говорю. Я не буду его лутать, в жопу я. У него снайпер. У меня третий шлем. А, у тебя третий шлем. Вижу чувака перебегающего. Через дорогу. Но мы в зоне, нам двигаться на краю надо быть, Ярик, ты в центре. Они все равно к нам будут лезть. Я после ямок, чтобы куда можно было спать. Тебе? Нет. Бачу типы сзади, на 260, двое. Я не вижу. Близко? За деревами, возле края зоны. Ага, понял. Он, бач? Да-да-да, вижу, вижу. Стреляй, если можешь. Одного вырубил. Хорошо, одного убил ты. Из автомата. Я. Игорёк, помогай. Левин есть. Тут передо мной прям. Ой, блядь, вот он прям. Есть еще двое. Да, последний. Понятно. Я хилюсь, у меня хилок, блядь. Что-то я прокоцанный, оказывается, был. Ты один, Игорёк. Они от заправки от города будут идти. Пускаюсь по полной. Давай. Вроде не быстро. Осталось флешки. Надо в зону дойти. Проблема в том, что мы не в зоне. По мне стреляют. Угу. Откуда? Со здания. Справа. Да что в зоне? Видишь здание? Нет. Бачу возле камня. Угу. Он за камнем. Хорош. Убил. Хорош. Вот это мы вообще... О, Иленчик звонит, да? Погодь.